В детстве рос без родителей, с бабушкой, поэтому мне хотелось иметь игрушки и все прочее. Я стал делать арбалеты, луки, томагавки, все настоящее. А с этого дальше пошло увлечение индейцами. То есть зачитывался Джеком Лондоном, Айн Ридом и так далее. Вот. Поэтому делал идолов разных, ну, маски делал, чертей делал. Поппер увлекся корневой скульптурой. И я стал уже с корневой скульптурой делать. Собирал наросты разные, делал лягушек и так далее, и устраивал спектакли дома. Ну, поскольку маленький был, я спектакли на ходу придумывал. В 79-м пошел токарем на Невский тракторный завод, откуда меня забрали в армию. После армии вернулся и сразу же устроился на карельские сувениры. И там продолжал изучать резьбу по дереву. С традиции я начал, или начинал. То есть начинал изучать резьбу, как раньше интернета не было. Брал книжки разные, резьбы по дереву, у меня их очень много. Там выставлялась только традиционная. Ну, Владимирская область, Мурманская область, все. И мне очень нравились, как дома украшались. Домовая резьба, прялки, как делали люди в старину. Все это я самостоятельно изучал и повторял. Далее что? Стал заниматься более свободно. То есть мне было, нужно было как-то показать себя. Стал делать панно. Вот вы видите, на это кость лося, рога лося. Вот. Я такие же панно делал по дереву. И в результате у меня что? За мою творческую жизнь накопилось рогов много лосиных. Поснимал со всех медальонов их. И попробовал резное панно сделать. В то время я познакомился с финнами. Они меня пригласили в Финляндию. Им понравились мои работы и сказали: «Александр, не хочешь выставиться?» Эрки и Элла Ваттанины были такие мои друзья. Вот, я согласился. Взял свои работы, уехал туда. Ну и выставки прошли Лейкса, Йонсу, там много чего, где побывал. Финны были в восторге, сказали, что я, имея одни палки, далеко ушел. Ну, финская пословица, это без лыж, что я с одними палками. Вот, и с тех пор я стал на себя как бы работать. Вот делаю, что значит для себя, я не продаю, не на продажу, а для выставок. Вот. В выставке, да, я выставляюсь на работы, когда приглашают. Зато у меня дома, когда приходят, значит, у меня вся мебель, вся деревянная посуда, все у меня своими руками сделано. Коряга мне тут досталась. Вот, все думал, чего бы сделать. Она уже высохла. Вот, и долго лежала, зрела у меня идея. Потом стал просто резать. Ну вот физиономия получилась. А я не люблю какие-то идейные делать, поэтому сделал. Вот здесь вот пень, вот здесь корни от пня выходят. Они сейчас еще не очень ясно видны. Вот. Но в дальнейшем все будет ярче. Дальше затонирую. Дальше, значит, будет тут обхват медный, кольца медные и кожа обтянутая. В общем, шаманом заделаюсь.